Сегодня мы будем с вами рубить вот эту стопку дров. А между тем я напомню, что у меня наконец-то опубликовалась песня на всех музыкальных интернет-площадках. Стоп, сигнал. Если вы еще не слушали, обязательно послушайте, перейдите по ссылочке в описании. И если она вам понравится, можете скачать ее откуда угодно. У меня были заготовлены дрова заранее на весь зимний сезон. Но я рассчитывал, что зима будет, скажем так, чуть-чуть потеплее. Собственно, это не беда, у меня был запас, который я приберег. Вот он у меня за спиной находится. Но берег я его для какой цели? Для того, чтобы из вот этих вот пеньков можно было бы сделать шикарнейшую дорожку. Может быть, вы видели такие проекты, когда из пеньков больших таких делают дорожки, там, сыпят щебнем. В общем, я очень хочу в следующем году так сделать. Обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите колокольчик, чтобы посмотреть, как я это буду делать. Так вот, друзья, я их, честно, когда мог поколоть, не стал колоть осенью, чтобы у меня был запас. Только из-за того, что думал, блин, ну зима, если будет в районе нуля, ничего страшного, как-нибудь обойдется. Я, в общем, их, если что, до весны приберегу, а там, глядишь, и пущу их на дорожку. Ну, сейчас у нас зима пришла основательно, как вы видите, уже выпал снег. Сегодня у нас 0 градусов, тепло. Но уже вот буквально завтра обещают минус 15, минус 16, такие холода. Поэтому сейчас я немножко почикаю. В принципе, запас дров у меня небольшой есть. Он лежит и в доме, и в дровянике он немного есть. В общем, но на всякий случай я все-таки решил подстраховаться. И сейчас попилю, чтобы этим, если что, не заниматься в мороз. Поэтому погнали! Информация чисто для городских. Значит, я колю дрова крупными такими булыжничками, да, крупными. Почему? Потому что они будут дольше гореть в печи и медленнее будут прогорать, давая тепло. Если я бы колол очень мелкими, то они быстро бы прогорали. Поэтому мелкая щепа всякая, она будет в любом случае образовываться. Вот, например, вот такие они в любом случае. Вам на растопку этого хватит. Собака думает, что я сейчас буду что-то кидать и держит палочку, как будто сигару. Дельта, рано еще, потом мы с тобой поиграем. Друзья, продолжаем колоть. Так колол, что расколол упорный пень. Посмотрите. Ну ничего, сейчас мы его тоже тогда пустим на дрова. Весьма забавно, когда ты колешь топором, и топор проходит насквозь, сквозь первое и второе полено, вплоть до земли. Вот так вот. Значит, наш рыжий кот проходит перевоспитание только потому, что дома он проказничает до невозможности. Поэтому он знакомится со снежным покровом. Собака, что мы скажем нашему коту? Наверное, чтобы он больше не проказничал. Смотрите, тут вся банда в сборе. Значит, эй, это черный, это рыжий, а это серый пуховик. Посмотрите на него. Он готов к новым приключениям. Как дела, Риксик? Скажи что-нибудь. Ты хочешь домой? В общем, всю эту банду выгнали за то, что они не самым лучшим образом себя вели. Эй, рыжий, персик, что ты дрожишь? Распушился-то, холодно тебе не иначе как. Ну ничего, дружище, не грусти. Так, ну что, друзья, все, я сейчас сделал маленький перерывчик. Сейчас продолжу колоть, но световой день заканчивается. Все как-никак, у нас сейчас конец декабря, поэтому... Извините, уже темнеет, будем заканчивать это видео. Пишите в комментариях вопросы, которые у вас могут возникнуть. Вот такие у нас дела. Дорубливаем дрова даже зимой. Елочка стоит, вся в снегу припорошена. Ну, собственно, наконец-то снег и выпал. И наружу стало намного приятнее хоть смотреть на все, что происходит. В общем, слушайте песню. Кто еще не послушал, я об этом уже сказал. И до скорой связи. Пока-пока.